Каждая четвертая семья в Великобритании владеет по меньшей мере одной собакой. При этом в стране существуют строгие и детальные правила в отношении четвероногих друзей. Например, они запрещают заводить собак тех пород, которые считаются опасными. Среди них питбультерьер, японский мастиф, аргентинский дог и бразильский фила. Помеси этих четырех пород также запрещены. По закону полиция может изъять у хозяев любую собаку, которая считается опасной, чтобы проверить, действительно ли она агрессивна. Если это подтвердится, то владельцу грозит штраф до 5000 фунтов или тюремный срок до 6 месяцев. При этом собаку усыпят. Если же собака будет признана неагрессивной, то ее стерилизуют, вживят в нее чип, а хозяин будет вынужден приобрести специальную страховку. Самое важное в отношении собак – это то, что опасным является не животное, а его хозяин, поскольку он должным образом не контролирует своего питомца. На это влияет то, как вы ведете себя с собакой, как ее обучаете. Собак учат быть агрессивными. В большинстве случаев они кусаются именно по этой причине. Закон также предписывает хозяинам выгуливать собак на поводке и вовремя убирать их фекалии. В противном случае штраф до 1000 фунтов. Есть в правилах и пункты, защищающие права собак. Например, если вы бросите или побьете своего питомца, вас оштрафуют на 20 тысяч фунтов или заключат на полгода в тюрьму. Кроме этого, регламентированы случаи, когда водители непреднамеренно сбивают домашнюю собаку или кошку автомобилем. В таком случае они обязаны в течение 24 часов позвонить в полицию и оставить свои контакты для владельца, чтобы разрешить эту ситуацию.